الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, сейчас мы находимся в мечети нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в городе Медина. Альхамдулиллях. Хотел бы раскрыть вам один секрет, который мало кто знает, только из тех людей, которые, альхамдулиллях, у которых есть именно знания об этой вещи. То есть, когда мы приезжаем в мечеть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, видим много людей, сидят, тут дети сидят, там взрослые люди что-то читают, повторяют. И все мы думаем, что это именно те люди, которые приехали на умру или на хадж, сидят, повторяют Коран. Но однако здесь, в этой мечети, около 48 тысяч студентов, которые изучают Коран и сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Более чем 150 стран, 150 национальностей из Африки на онлайн получают образование в мечети посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Если вы обратите внимание, вот там, в том углу, сейчас дети изучают Коран, дошкольный период. Потом идет, начиная с первого класса и выше, отдельно для слепых студентов, отдельно для глухих, отдельно для глухонемых, отдельно для тех, которые приехали на умру и хадж, знают там только 2-3 суры, они могут подойти к шейху и сдать, альхамдулля, те суры, которые они знают, альхамдулля. То есть, машаллах, со всего мира более 48 тысяч студентов. За всю историю, за все время, где-то около 300 миллионов человек прошли здесь обучение и могут получить сертификат из мечети пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И возглавляет все эти кружки наш друг, шейх, имам мечети пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, шейх Абдул-Мухсин Касим, который сейчас там ведет урок, альхамдулля. Более 2000 кружков именно здесь по изучению Корана и Сунны возглавляет их наш любимый, дорогой шейх Абдул-Мухсин Аль-Касим. Поэтому, альхамдулля, благодарим Аллаху Субхану ва Тааля, то, что Коран, как Всевышний Субхану ва Тааля сказал, «Лакад яссарна аль-Коран ли-дзикр, фахал мин муддакир». Коран Аллах Субхану ва Тааля облегчил для того, чтобы его люди повторяли, изучали. Поэтому и слепой человек может выучить Коран, и глухой может выучить Коран, и глухонемой может выучить Коран. И это именно ответ тем людям, которые, как мы часто говорим, мне уже куда, у меня возраст, как я научусь Коран, альхамдулля. За 2 месяца здесь люди, не говорящие на арабском языке, то есть иностранцы, за 2 месяца могут научиться читать и писать на арабском языке. А весь Коран за 2 года, если человек постарается, уже в мечети пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, может весь Коран выучить наизусть. Как шейх Абдул-Мухсин говорит, каждый день у нас 3 хафиза мы выпускаем. Что за год 700 хафизов они в мечети посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выпускают. Баракаллаху фикум, джазакаллаху хайр, ассаляму алейкум.